Друзья, всем привет. Опять нам повезло. Повезло с небольшим дождиком. Поливать не надо. Класс. Люся проснулась. На улице тепло. Сейчас около 20 градусов. Люся, идем. Будь здоров. Песель чихнул. Так, кабачочек он уже какой. Не по дням, а по часам растут. Тут то же самое. Сэмик кто-то в гнезде спал. Под деревом. Да, кисюня. Вот так вот, потягушечки. Соскучился за ночь. В дом не загонишь. Да, кисюня? Привет, здорово. Видите, как коты здороваются. Да? Ой, такое. Пойдем, пойдем, погуляем. О, задние лапки позатекали. Да. Только выбрали клубничку, тут опять наспело. Надо опять выбирать. Надо будет сегодня выбрать обязательно. После дождя сочная, сладкая. Вишен в этом году очень мало. Дерево отдыхает, наверное. Но есть. Угу. Тоже сочная и вкусная. Коты не захотели идти. Трава мокрая. Не хотят лапки мочить. Да, друзья, сегодня в 5 утра ровно как бабахнуло. Меня ж на диване подкинуло. Что это было? Пока здесь информации нету. Но будем надеяться, что никто не пострадал. Было очень так. Так. Озеро, вот видите, своей жизнью живет. То видно дно, то не видно. Но он сейчас просвечивается примерно до половины. Вода. А вот на дне какой-то мутняк. Мутное что-то. Не знаю, что это. На улице, кстати, свежо. Так скажем. Ну, не критично. Тучи, но облачность такая низкая идут тучи. Легкий ветерок. Ну, тут все как обычно. Вкусные водицы. Сейчас пойдем искать инфу. Что это было? Так, друзья, еще один. О, нарисовалась Маня. Еще один, как говорят, сейчас гаджет. Уже в Ужгороде. Едет с Китая, с Алиэкспресс. Стабилизатор, чтобы видео было. Изображение более такое четкое, плавное. Будем стараться для вас картинку сделать такую покачественней. Почему через Киев? Потому что я не могу, нет возможности заказать напрямую. То есть нету Донецкой и Луганской областей в регионах, где можно заказать. Вернее, куда можно доставить из Китая. Поэтому, ну, есть кумовья, друзья. И через Киев мы это все дело доставляем сюда. Поэтому картинка должна быть более устойчивая. Более такая. Восприятие. К восприятию глазом будет она. Более качественная, в общем, скажем так. Оно и так вроде как неплохо. Ну, чтобы
воззрение отдыхало. Я кажу, це для вас. Так, задавила вот это ива. Задавила шелковицу. Ну, шелковица вообще не знаю, откуда она взялась. А вот это еще более-менее. Ну, будем кушать скоро. А Сэмик тут никак не проснется. Кисюня, ты выспался? У него утренний мацион. Ладно. Пойдем кофе пить. Пойдем, друзья. Всем всего самого хорошего. Всем мира, добра. Всем пока.